Арина Шарапова родилась и выросла в Великом Устюге. Уже в детстве девушка очень хотела лечить людей, спасать жизни и просто помогать окружающим в трудную минуту. В старших классах, не задумываясь, решила стать медиком и поступила в Великоустюгское медицинское училище. Получив профессию медицинской сестры, осталась работать на малой родине. Как говорится, где родился, там и пригодился. Я проходила преддипломную практику в офтальмологии. Мне здесь очень понравился, тут очень дружный коллектив, все очень позитивно, доброжелательно, всегда рады помочь. Ну и как бы поэтому я решила сюда идти. Я думаю, что профессия медика очень востребована сейчас, потому что не хватает медицинских кадров. Вот. Также наша ЦРБ требуется в молодых специалистах. Трудности Арина Алексеевна не боится, открыта к новым знаниям. Например, уже в офтальмологическом отделении начинающая медицинская сестра научилась делать инъекции под конъюнктиву, с чем уже, по мнению старших коллег, справляется отлично. Новую сотрудницу в коллективе ценят и берегут. Благодаря слаженной работе нашей администрации, медицинскому колледжу, совместной работе медицинские кадры подбираются и уже конкретно идут на работу целенаправленно. Так, монопрактику Арина выбрала офтальмологическое наше отделение. Пришла, целый месяц работала под нашим руководством. То есть практические знания, теоретические были у нее хорошие, а практику мы ей дали. Научили нашим методам лечения, потому что у нас методы лечения отличаются от других отделений. То есть если судить по инъекциям, у нас субконъюнктивальная инъекция, это под конъюнктиву глаза. То есть для многих это, даже для студентов, им это не дают, они этого не знают, и многие этого боятся. То есть мы Арину этому научили, легко, свободно она эту процедуру делает очень хорошо. Остальным, то есть методом внутривенные, инфузии, капельные, подкожные инъекции, внутримышечные, то есть теория у нее была, практика тоже наработалась. И сегодня, 1 августа, она приступила к своим трудовым обязанностям уже, можно сказать, как грамотный специалист с опытом, небольшим, но опытом работы. Ну, в коллектив вольется, мы остальному всему научим. Стоит отметить, что ежегодно в отделение Великоустюгской центральной районной больницы приходят молодые кадры, набираются опыта и продолжают жить и работать на благо устюжан. Оксана Митинева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».